Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вера Лиса, и в этом видео я вам покажу деревню домашнюю. Кстати, с праздником, с 8 марта. Хоть видео я записываю 7 марта, но это не важно, потому что выложу я завтра, а именно 8 марта. Короче, ну, сегодня я вам покажу деревню домашнюю. Помните, здесь я начал свой самый первый ролик? У станции метро «Домашние». Собственно, деревня «Домашние» очень много транспортно-пересадочных узлов. Как бы здесь очень много метро, ну и как бы много чего есть. Поэтому я как бы делаю ролик по этому поводу. Короче, вот здесь где-то я начал свой первый ролик. Правда, здесь было голубое, ну просто это... Я там тоннели сделал. Новый. Тоже вам расскажу в этом видео. Короче, ну, кто помнит, здесь такой мост. Не самый лучшего качества, но все-таки извините. Строил я это примерно год назад. А то и больше. Ну и, собственно, здесь написано до всех станций в сторону новогодние, да. И здесь уже ни посадки нет. Здесь уже есть посадка. И написано до всех станций в сторону станции Ботанический сад. Да, я думала, тут написано посадки. Нет, но нет. Я тут тоже исправил. То есть домашняя, урожайная и Ботанический сад. Я вам говорил в одном из видео, что как бы собираюсь это сделать. Вот я это сделал. Ну а голубую ветку мы, конечно, будем продлевать, потому что, ну, так не пойдет. Ну, короче, да. Ну, вот... Вестибюль не самый лучший, и М-ка тоже не самый лучший, но все-таки извините меня, когда я это строю. Собственно. Тут написано «Добро пожаловать в деревню домашнее». Ну, как бы, да. Если метро называется домашнее, почему бы деревню не назвать домашней? Есть такой домашний канал, но это вообще никак не связано. Ну, как бы, самая обычная деревня. Я ее вообще не трогал. Вообще. И она была, кстати, недалеко от моего места спауна. Так. Что делать? Так, да. Так, хорошо. Ну, здесь колодец, да. Ну, как и во всех деревнях. Ну, ничего необычного. А, насколько я знаю, на новой версии другие уже деревни, но я старичок, я на старой версии. Потому что я... У меня такая боязнь, что если я обновлю, то у меня все это уйдет без возврата. Я как-то этого опасаюсь и все-таки не буду делать этого. Да, тут я еще хотел построить свою квартиру, но этому не суждено случиться, я ее... Ну, вряд ли. Но, скорее всего, ну, если даже буду строить, то не здесь. Потому что здесь я уже, ну, вам попозже расскажу, что это. Но уже у меня есть другая постройка, к сожалению. И здесь, как бы, этого не будет. Ну, короче, вот моя квартира. Ну, она немножко по-другому, на самом деле, выглядит. Но я сижу вот здесь. Нет, посередине, вот здесь. Вот так, ну, эта лампа не надо мной, но, ладно, неважно. Я сказал то, что 100% повторить все не получится. Это сложно. Ну, как бы, да, я сейчас смотрю в сторону телевизора, правда, у меня он работает. Ну, да, здесь всякие шкафики, здесь пальма растет. У меня здесь балкон. Ну, конечно, я живу на 8-м этаже, как бы. Не думайте, что ну да, здесь ничего интересного. Здесь у меня тоже цветы. Здесь журнальный столик, ну, не, конечно, не такой огромный. Ну да, я на диване сейчас сижу, да. Здесь кресла, которые все в одежде. А, вот такие вот штуки оранжевые у меня, правда, есть. Но они не треугольные, а все-таки круглые. Круглые, да. Они с подсветкой, да.
Ну, здесь еще есть такая прикольная штука. Типа оранжевый, зеленый, оранжевый. Ну да, у меня такое есть. Ну, это раздвигается. Ну, здесь я еще коридор начал делать, там всякие штуки. Ну, здесь еще должна быть кухня, ну там туалет. Здесь ванна должна быть и спальня. Но я сказал, поскольку вот это я сделал, то этому не суждено быть вообще. Ну да, я уже сказал то, что это уже красная линия и голубая линия уже здесь не ходит, да. Она вот заворачивает вот сюда. Ну и дальше уже там Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Александровский сад, который я скоро буду делать и, наверное, с вами, скорее всего. Я надеюсь. Собственно, эту станцию, я думаю, кто-то знает. Ну, один мой подписчик точно ее знает. Ну, если он ее, конечно, не забыл. Собственно, давайте прокатимся от станции Урожайная до станции Домашняя. Новый перегон, который сделал, ну, недавно. Станция Урожайная, платформа справа. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Домашняя. Вот так вот. Ну, если вы знаете, кто это сделал, то пишите. Ну, это не моя идея вот такой вот спуска. Если что, это как бы было придумано вообще для Кунцевской. Но я все переделал под себя, как всегда, да. Тут мы едем с багами, к сожалению. И вообще это все под деревню, как бы. Вот Домашняя. Станция Домашняя. Я вообще не подозревал, что это когда-то будет не конечной. Но все-таки все бывает. Да, мост здесь. Еще, что здесь надо знать, это Кутузовская. Да. Вот все станции наземные все станции наземные с Филевской линии построил, кроме Филии самой. Вот это я, да. А, и Филевского парка, да. Ну, это Кутузовская, построена 19 августа 2018 года. Давненько, да? Ну, я думаю, эту станцию видели. А если не видели, тогда я вам сочувствую. Но я не буду делать подсказку, мне лень. Ну, здесь дорога. Конечно. Кстати, смотрите, я еще придумал развитие дорог. Я хочу вас просто забить своими планами, но у меня нет больше идей для видео, серьезно. Как я тоннели строю, вам 100% неинтересно. А у меня сейчас только тоннели. Извините. Ну, этой штуки там не должно быть. Эти красные части. Убирайся. Все, вот так и должно быть. Ну, здесь, ну да, как бы Кунцевская. Смотрите, эта дорога, ну да, дальше будет идти вот сюда. Дальше будет ну, перекресток, будет дорога туда идти и дорога туда идти. Эта дорога, наверное, завернет как-нибудь, да. Где-то тут. Ну, и соединится с той дорогой, которая будет на Воробьевых горах. А в другую сторону она пойдет где-то над водопадом. Ну, не знаю даже. Сделаю где-нибудь парковку большую для водопада. Ну, короче, там у горы. Ну, посмотрим, что мы сделаем там. Здесь будет дорога сверху. Ну, это еще не все. Это я представлял себе. Да, уже я знаю, как это все будет выглядеть, ну, примерно.
вот здесь дорога, она будет заворачивать и соединяться с вот той верхней дорогой. А эта дорога будет идти прямо, 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 далеко, далеко, прямо, пока не устанет идти прямо, естественно. Потом посмотрю. Прямо. Здесь будет идти как-то... А как? Ну тогда либо, наверное, мост какой-нибудь сделаем. Я понял. Ну а дальше посмотрим, как она будет идти. Дорога. Ну, короче... Это все, что я знал. Ну, короче, на этом все. С вами был Верлисан. Еще раз с праздником. Всем удачи, всем пока. Ну ладно, солнце садится и ролик заканчивается. Пока.